Цена только сегодня! Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене, действительной только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка на сегодня – пальто Симона с бесплатной доставкой в любой регион Российской Федерации. Дорогие друзья, этот блеск покорил меня, наверное, неделю тому назад на части стилиста. Это пальто появилось в моей программе, и я была в него просто влюблена. Специально для телезрительниц телеканала Shop & Show дизайнеры бренда Благов совместно со стилистами нашего канала создали совместную коллекцию «Сезонное пальто Симона». Такое пальто не встретишь даже в московских бутиках. И мне очень радостно сегодня, что вы становитесь первыми, кто закажет для себя самые модные трендовые позиции этой осени. Видишь, я уже вцепилась в свое будущее пальто. Знаешь, вот я замечаю, что сейчас все уже начинают одеваться однообразно, все похожи друг на друга. Мы с подружкой тут недавно встречались возле метро, и она говорит: «Я буду в черном пальто». Я говорю: «Хорошо». Слушай, я ее высматривала, я ее найти не могу, потому что все в черном пальто, все уже шапочки могут надеть, понимаешь? Вот вообще понять невозможно, кто где, все одинаковые. Я хочу сказать, Оля, что с приходом холодов женщины зачастую выбирают для себя банальные предложения. Серый, черный, коричневый. Сегодня мы с брендом Благов пошли другим путем. Я хочу сказать, что мы посыпали свою дорожку с золотом. Вообще, пайеточные решения пришли 2 года тому назад на подиумы мира. Сегодня самые модные, стильные женщины мира выбирают для себя такую эксклюзивную одежду. И, кстати, Оленька, партия пальто Симона эксклюзивно представлена для нашей телезрительницы. Да, бренда Благов только на нашем телеканале в ограниченной партии. Скидка сегодняшнего дня 3000 рублей. Такое стильное дизайнерское пальто в магазинах стоило бы, ну, 1015 как минимум. А у нас сегодня с бесплатной доставкой в любой регион Российской Федерации за 5999 рублей. Ну и никто не отменял восточную тематику. Она присутствует сегодня не только в головных уборах челма, но еще и в наших украшениях. Словно жар-птица появилась на подиуме. У нас для вас 2 ярких предложения. Цвет, который выбираю я, бирюзовый, но в заказе называется зеленый. Следующий цвет – фиолет. Очень глубокий оттенок сливы. В заказе называется сиреневый. И, Оленька, 2 базовых оттенка, если женщины хотят все-таки золотисто-бежевый и темно-синий, он как черный. Вот 4 цвета. Все они переливаются. То есть мы будем прям выделяться из толпы. Представляешь, вот тебя сейчас в толпу запустить. Все будут смотреть только на тебя, оглядываться на тебя. Женщины будут одергивать своих мужчин. А это верхняя одежда, которая никогда не привлекает обычно внимания. Она же привлекает. Да, и тем более, даже несмотря на выбор размера, наше пальто Симона очень стройнит. Об этом мы поговорим чуть позднее, но сейчас поможем вам определиться с размером. Размерный ряд, благодаря тому, что мы попросили бренда Благов расширить его, сейчас до 60-го. От 50-го до 60-го. Светлана носит размер 48-50. Если у вас двойной размер, всегда выбирайте больший. И еще на Светлане тоже оттенок слива, кожаные брюки, которые появятся в нашей программе позднее. Итак, это брюки Рената. На Татьяне Крицкой 54. Размер пальто Симона, Таня носит 52. Если вы высокая дама и у вас широкие бедра, например, или богатый верх, лучше взять пальто посвободнее. Но Таня показывает вам, насколько свободно она чувствует себя в этом пальто. И Екатерина Шестеркова, как шамаханская царица, да. Катя украсила себя еще и челмой, которая будет представлена сегодня в центре нашей программы. Элия. На Кате темно-синий цвет и классическая юбка, трикотажно-вязанный карандаш. Ну и в любом случае, приобретая пальто, уже на готовый образ автоматически будет действовать бесплатная доставка в любой регион Российской Федерации. А ты знаешь, что мне нравится в этом пальто? Оно не только красивое, оно легкое. Я его когда потрогала, оно как пушинка. Ну сколько градусов оно сможет вытерпеть, а? Прежде чем сказать о температурном балансе, который будет помогать вам чувствовать себя уверенно и тепло, это, конечно же, ткань дюспо и синтепон, который находится внутри нашего стеганого пальто. Мы обратили внимание на то, что стежка в области воротника, рукава и низа изделия очень эксклюзивно, как перо жар-птицы. Да. Итак, синтепон, утеплитель нового поколения, согреет вас до минус 10 градусов. Если при желании вы хотите начать зиму с ярким золотым акцентом, наденьте вниз теплую водолазку или джемперок,
и вам будет не холодно, особенно для тех, кто живет в Краснодарском крае. Подарите себе красивое тепло, подарите настроение этому миру. Посмотрите, какое легчайшее, пушинка. Практически не ощущаться будет на теле, но согревать будет, и это здорово. Друзья, не забудьте, что сегодня это главное предложение сегодняшнего дня. Сегодня это самая выгодная покупка. Будьте стильными, яркими, красивыми. Пусть на вас все обращают внимание. Вы у нас самые-самые лучшие. Да, кстати, давайте посмотрим на вот эти пайетки, которые блестят. Что это за технология? Расскажи, пожалуйста, не будут ли они отлетать? Нет, конечно. Здесь бренд Благов использует эксклюзивные технологии. Обшиваются на фабриках пайетками рукава. И, кстати, Оля, я хочу сейчас показать и провести эксперимент, что пайетки никуда не собьются. Очень часто, выбирая для себя пайеточные материалы, мы переживаем о том, что пайетки могут оторваться. Если вы внимательно вглядите сейчас, вы увидите, что пайетки прошиты по всем параметрам, и снизу, и сверху. Они закреплены и являются некой гладью, соединяющейся с дюспо. Когда мы говорили о сезонности, Олечка, я хочу еще один момент поднять. Это водоотталкивающие свойства ткани дюспо, о которых не все на самом деле слышали. Оказывается, на фабриках, когда готовят ткань дюспо, заранее изнутри обрабатывают, отойди, пожалуйста, заранее обрабатывают водоотталкивающими пленками. Именно поэтому ткань дюспо помогает вам всегда чувствовать себя защищенными, она не впивается в эту ткань. И даже если вы попадете под дождь, вы будете защищены. И от ветра тоже. Ты салфеточки мне, видимо, приготовила. Друзья, все нормально, не переживайте, с пальто ничего не произойдет, даже если вы внезапно попадете под дождь. Посмотрите, какая вы у нас будете звездочка. Я, знаете, часто задумываюсь, почему, когда наступает осень, наступает депрессия. Почему мы все время не в настроении? А вот теперь представьте, что вокруг вас будут женщины в подобных одеяниях. Яркие, блестящие. Какая тут депрессия, правда? Звоните и заказывайте. Партия эксклюзивная, ограничена. Вы знаете, мне очень нравится. При выборе сезонного пальто я не прибавила лишних сантиметров. Даже, честно скажу, слегка убавила свои параметры в области талии. Пальто сделано по фасону платья, слегка расширенным низом. Это помогает женщинам, у кого широкие бедра, скрыть нюансы бедер. И обратите внимание на приталенный силуэт. Когда вы выбираете приталенное пальто, это не значит, что ваши движения будут скованы. Посмотрите, нам очень легко, мы двигаемся прекрасно. Но приталенная верхняя одежда подчеркивает ваши изыски фигуры. У Кати Шестерковой на секунду 54-56 размер. Катюша выглядит на размер 50-52, подтянутой, стройной, эффектной. Светлана 48-50, выбирает пальто 50-го размера. Татьяна Крицкая на размер больше. Сегодня это главное предложение, это самая выгодная покупка с максимальной скидкой для вас, которая действует только сегодня. И бесплатная доставка в любой регион Российской Федерации. А стирать как? Мы стираем дома. Представьте себе, вы помещаете в стиральную машинку порошок для стирки цветного белья, повесили на плечики, и ваше пальто как новое.